皆さん、こんにちは。сегодня мы начинаем новый плейлист «Японский язык с нуля до продвинутого уровня». Цель этого плейлиста, чтобы вы научились читать, понимать на слух и говорить на японском языке. И мы начинаем. Начинаем мы со словаря. Хито – человек, дочусей – студент, сенсей – учитель. Также можно обращаться сенсей к врачу. Генки – здоров, здоровый, полный энергии. Неко – кошка. Дайдек – университет. Широй – белый. Курой – черный. Нинки – популярны. Наша первая грамматическая конструкция, мы будем декларировать, утверждать, что какой-то объект является чем-то, используя «да». Мы будем использовать существительное или наречие, которое тянется на и добавлять «да». Например, «хто да» – это человек. Ну, например, в толпе вы не понимаете, что, или в лесу вы не понимаете, что там что-то приближается. «А, хто да» – «а, это человек». «Неко да» – кто-то в мусорке шарится, и вы не понимаете, что там «а, неко да» – «а, это кошка». «Нинки да» – «нинки» является «на» наречием. «Нинки да» – это популярно. Например, вы показываете рэп Моргенштерна или Оксимирона, японца, и вы говорите «Нинки да», это популярно. И заканчивать наш урок важными фразами на японском языке, которые вам пригодятся. «Ватаси ва нихонго ханасемас» – «Я говорю по-японски». «Ватаси ва нихонго бенкио штеймас» – «Я учу японский язык». И, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы хотите увидеть больше, что добавить. И потихоньку мы будем улучшать нашу концепцию, наши уроки и двигаться к свободному владению японским языком. Всем успехов и удачи!